главных конкуренты нам, нашим проиграли, да, получается, сегодня. Ну да, дисциплина, конечно, оставляет желать лучшего. Как и я в прошлом интервью говорил, в последнее время дисциплина очень сильно хромает, что отличало нас, ну, в том сезоне, да. Запасы есть, резервы есть, но главное, чтобы, как ты говоришь, дисциплина, чтобы была. Остальное все будет, очки, ну, еще не все потеряно, есть еще 4 игры, где можно набрать, ну, 6-9 очей, ну, хотя бы в стыке можно попасть, я думаю, если набрать эти очки. Я, как бы, не сторонник ничей, да, это, как бы, нам дало бы, наверное, какое-то очко, но забить хотелось. Были моменты до пропущенного гола, 2-3 момента мы своих, которые, ну, ну реально нельзя сказать стопроцентные, но которые нужно забивать, не забил. Тем более это наш лучший бомбардир Али Юсупов, 2 хороших момента не забил. Ну, все впереди, иншаллах, у него тоже все. В одной игре не поперло, в другой попрет. Что делать? В целом команда сыграла, мне кажется, неудовлетворительно, конечно же, слабо. Я думаю, чуть если соперник был бы посерьезнее, нам пришлось бы очень тяжело. Есть, честно говоря, проблемные позиции. Ну, уже трансферная кампания закрылась. Будем работать с теми ребятами, которые есть. Я думаю, победы мы можем вырывать только за счет характера и сплоченных действий. Ну, я, честно говоря, в Ансалте оказался абсолютно неожиданно. Я после того, как перестал тренироваться и играть за «Партизан», один день встретил Расула Рашидова, он предложил мне побегать за «Ансалту». Я, честно говоря, особо не задумывался над переходом и согласился, так как хочется играть, честно говоря, и давно не бегал, чуть тяжеловато было. В принципе, рад, что снова играю, что в обоим, и надеюсь, помогу команде сохранить прописку в Премьер-лиге.